Так, дамы и господа, только что вышел с салона МТС. Сейчас самая низкая цена на смартфоны Samsung. Сейчас я вставлю то, что я записал там. Бегом пока есть. Акция работает до 3 февраля. По ссылочке оформляем заказик, прибегаем в салон связи, сдаем трейдин, берем аксессуар и за 23 тысячи, а может и меньше, трубка ваша. Всем привет, дорогие друзья. Вот ценник на Samsung Galaxy S10 e. Сейчас мне проконсультировали. Видите цену? 22 990. Это максимальная минимальная цена. То есть, если вы приносите любой телефон со сканером отпечатка пальцев, ну, любой современный телефон, покупаете аксессуар на 1000, вы получаете эту цену. Если ваш телефон оценится еще больше, то скидка может быть еще больше. Но вот этот ценник по акции при покупке аксессуара, при сдаче трейд-ин любого смартфона со сканером отпечатка пальцев, так мне объяснил консультант, она вот актуальна. 22 990, это шикарный телефон. То есть, по сути, есть и Galaxy S10, и S10 Plus, A40, A50. А51, А51, кстати, нету акции, и А30S. Также есть скидка на айфоны, но тут, по-моему... Тюшка, не послушайте, а вот если бы они были XS, то сколько, насколько на страховку или аксессуар будет? Там надо на 10 тысяч набрать, чтобы 20 тысяч скидка прошла. 10 тысяч набрать, чтобы 20 тысяч скидка была. То есть, видите, цена 76 990, 56 990, ничего нет, кроме 11 айфонов. Как-то так.